Ребятушки, всем приветики, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Пишите побольше комментариев под этим видео. Два человека получат по 20 центов на Payeer кошелечки. Конкурс комментариев, все как всегда, побольше пишите комментариев. И сегодня мы поговорим... У меня, я не знаю, я уже не знаю, как назвать этот проект. Я не знаю, что здесь делается. И вообще, и проект просто взрывает не только весь интернет. Уже все люди только говорят об этом проекте. Ребят, он дает просто бешеный профит, он бьет просто... все рекорды всех фастов, и этот ролик называется «Как зарабатывать более $100 в день, ничего не делая». Я вам сейчас это все покажу, и в этом видео ничего не рекламирую, только рассказываю, где я лично зарабатываю. Не забывайте, что всегда есть риски. Мы поговорим о проекте PumpBeats. Проект активненько развивается, давайте посмотрим на статистику. Уже здесь почти 1700 человек инвестируют люди. Посмотрите, кто-то на 1200, кто-то на 300 зашел, кто-то 9, 5, 11, 50, 5, 5, 15. Сейчас будем делать ролик, сейчас буквально за 15 минут здесь еще просто добавится. Давайте посмотрим, какие здесь люди выплаты получают. Ребят, я ничем не рискую, я захожу, значит, в свой личный кабинет. Как повторюсь, я ничем не рискую, я буду сюда еще инвестировать. У меня активный депозит здесь $80. Я получаю каждый день по $20, этого, конечно же, не очень, так сказать, этого много. Поэтому я буду сюда добивать депозит уже до $100. Давайте мы нажмем сейчас Withdraw Funds. Кому непонятно, нажимайте перевести на русский. Проект дал больше 120% уже профита. Уже пошел 9 день. И если он отработал 9 дней, возможно, он еще 9 дней отработает. Возможно, 10. Возможно, люди заработают здесь просто колоссальный профит. Вот почему не надо выбирать новые проекты, а лучше выбрать даже те проекты, которые работают, потому что новые бывают, вот как вот этот проект, сейчас я вам покажу. Люди сюда зашли, говорят, о, новинка, новинка, он скоманул за 5 дней. Вот. Поэтому новые проекты, ребят, мы будем относиться с осторожностью, лучше выбирать хорошо проверенные старые, чем нести деньги каким-то быдлоскамерам. И у нас выплата успешно выплачена. Давайте мы посмотрим. У нас пришло $25. Я здесь зарабатываю по $25 ежедневно, ничего не делая. Тут, конечно же, и реферальные. Тут очень много рефералов зашло. Я везде писал об этом проекте во всех чатах, потому что я хочу развивать этот проект. И давайте, конечно же, мы попробуем. Посмотрите, что здесь происходит в Ютубе. Вот, 9 дней проект работает, и заходить сюда еще, конечно же, не поздно, поскольку он только начал развиваться. Здесь, возможно, буду добавлять и криптовалюту. Посмотрите, 2 часа назад ролики люди выпускают, 30 минут назад. Посмотрите, 4 дня, вот, и вот я постоянно делаю, вот куча блогеров, посмотрите, сколько здесь блогеров. И сколько вообще проект, вот, продвигают, вот об этом проекте постоянно все люди говорят. Я смотрел все эти ролики и принял решение, конечно же, сюда еще инвестировать. И общий депозит доводим до $100. То есть я буду каждый день зарабатывать по $24, ничего не делая. Так, как видите, денежка здесь пришла, роликов здесь просто тысячи. Вот как видите, здесь очень много роликов об этом проекте. Все говорят, все начали говорить уже об этом проекте. Просто все просто моментально говорят, говорят, что проект пушка, что просто развивается, платит. В общем, роликов вы посмотрели, YouTube. Просто делается что-то страшное. Поэтому если куча рекламы, а значит будут новые инвестора, будет новое движение, значит инвестировать сюда еще не поздно. Вот, я как видел, давайте мы посмотрим, что здесь происходило, пока мы делали ролик. Как видите, статистика постоянно, вот. Вот, посмотрите, еще кто-то на $160 зашел. Кто-то на 15, кто-то на 5. Посмотрите, что здесь делается. Неужели вы думаете, администрация крутит статистику? Но если вы думаете, что статистику администрация крутит, зайдите еще раз в YouTube, вбейте PumpBeats и зайдите еще раз в чат. Посмотрите, какие там скрины, какое там движение и что там происходит. И тогда вы поймете, что здесь все люди живые, потому что люди здесь пришли зарабатывать огромные деньги. Пришли люди зарабатывать здесь. И люди довольны, люди все зарабатывают. И давайте мы, конечно же, перейдем в наш личный кабинет. Кому непонятно, как я говорил, нажимайте «Перевести на русский». Как видите, я уже в профите, я ничем не рискую, я, конечно, делаю новый депозит, почему бы нет, потому что мне хочется увеличить свой заработок, тем более, как я говорил, я уже ничем не рискую. Я здесь уже свои давным-давно отбил. Add funds to balance, так, нажимаем. Так, прошу прощения, нужно сделать это вот так вот, make invest. Все время забываю. Так, давайте мы возьмем и через Payeer пополним еще на $10. Хотя даже давайте, наверное, на 20, чтобы у меня был активный депозит уже $100. И выводить буду каждый час.
в день у меня здесь будет капать по 24 бакса. Как я говорю, я ничем не рискую, поскольку даже если я сейчас их пополню, эти денежки, которые я в профит, я трачу на конкурсы. Я зашел не по рекламе, я инвестор в данном проекте. И теперь мой заработок будет составлять по 25 долларов в день. И завтра я хочу сюда еще усилиться, может даже на полтинничек, чтобы был больший процент. Ну почему? Потому что очень много блогеров говорят об этом проекте. Может быть, завтра мы, конечно же, еще усилимся. Вот, как видите, я зашел. Ну, давайте посмотрим статистику для вас сейчас еще открою, чтобы вы видели, что может еще кто-то сейчас пополнит. Вот, как видите, здесь что-то нереальное происходит. Здесь постоянно люди пополняют. Вот, как видите, сколько здесь выплат. Вот, после меня заказывали еще буквально 10 человек. Ну, то есть, здесь просто люди просто здесь, ну, толпы людей в этом проекте. Итак, ребятушки, видео назовем, как зарабатывать более 100 долларов в день, ничего не делая, поскольку вы можете зайти на третий тариф и получать от 500 долларов 150 долларов чистыми. И за 3 дня вы выходите без убыток, и дальше вы чистая прибыль у вас. Здесь люди, которые поняли эту тему, они, конечно же, зашли сюда на 500 баксов, и они получают теперь по 150 баксов в день, лежа на диване. И, то есть, ни на одной работе вы таких денег не заработаете. Так, давайте перейдем еще раз в дэшборд. Как видите, можно еще вывести. Вот еще вам покажу, что проект платит. Давайте еще выведем 10 центов. Давайте напоследок покажу вам, что все хорошо. Я специально не выводил, а целый день держал деньги, потому что я доверяю этому проекту. Я видел, что он еще не один день отработает. То, что его не задедосили. Вот еще, как видите, Pump Beats. Вот, и 25 баксов я вывел с Pump Beats. Давайте, вот, как видите, проектик очень хорошо развивается. И давайте мы теперь разыграем конкурс. Давайте мы теперь разыграем конкурс. 1700 человек в проекте. Это очень, конечно, большие цифры. Потому что вчера здесь было 1000 с чем-то. Если я не ошибаюсь, когда я делал ролик. Давайте мы разыграем, конечно же, конкурс с вами. Поэтому будем теперь всегда выбирать проекты от зарубежной администрации. Будем еще ждать проекты от этого админа. Потому что люди любят заходить со старта. Но заходить, конечно же, сюда еще не поздно. Так, 20 центов получает у нас Александр Яковлев и Сергей. На этом мы с вами прощаемся. Желаю удачных заработков. Не забывайте о рисках и до новых встреч.